вы смотрите NEM News на канале Crypto Dealers. И сегодня мы подготовили для вас дайджест последних событий в экосистеме NEM. Активное продвижение NEM на рынке сопровождается разными действиями, которые были предприняты за последние две недели. Ведь именно правильное текущее планирование позволяет в будущем создавать успешные проекты и обучать гениальных разработчиков. Тем более, когда дело касается NEM, технологии, которая требует другого подхода к созданию интеллектуального блокчейна. В связи с этим важным шагом вперед стало добавление XM в IndoDex, одну из крупнейших индонезийских криптобирж, и позволило выйти на новый уровень торговых оборотов. В свою очередь, в Аргентине появление NEM вызвало такой большой ажиотаж, что местное телевидение в лице Channel 10 засыпали вопросами посла NEM Аргентина Сашу Иванову. Кроме того, 1 августа там же планируется провести встречу предпринимателей, на которой будут обсуждаться дальнейшие перспективы проекта. В Новой Зеландии и Австралии активно обучают талантливых разработчиков в академии Inspiral Dev. Это одно из сильнейших мест для того, чтобы получить черный пояс в сфере блокчейн. В Epic Westport произошел официальный запуск NEM Blockchain Hub, специальными гостями которого были Дэмиан О'Коннор, Лон Вонг и Джейсон Ли. Знаменитая мисс блокчейн или Акаша Индрим, директор по связям с общественностью NEM Australia, запустила интереснейший канал, в котором представлена целая серия видео касательно NEM. Также было объявлено о сотрудничестве с Mana Labs, социальным предприятием, которое работает с целью улучшения качества жизни местных сообществ Новой Зеландии. Новые возможности NEM открыла для себя Бразилия, на территории которой происходила крупнейшая конференция блокчейн. Ее результатом стало дальнейшее обсуждение с EY о продвижении данной технологии. Посол Даниэль Талоса принял участие в мероприятии, организованном бизнес-блокчейн в Чили, где команда дала введение в NEM и пообщалась с Кристобалем Перейрой, координатором саммита LACTA на блокчейне. Особенно активно себя проявляет NEM Europe. За последние полгода технология была внедрена в 12 разных сфер, где успешно себя продемонстрировала. Сеть NEM, Service Partners, NEMSP, завершила обучение трех компаний, а другая это сделает на следующей неделе. Испытания и тесты превзошли ожидания, и популярность программы расширилась настолько, что в нее вошли высокопоставленные партнеры из разных стран. NEM Europe была приглашена выступить на семинаре в Каунасе на конференции Life Sciences, крупнейшем международном форуме о науке о жизни в странах Балтии. Это значительный скачок в будущее для обеих сторон. Продолжаются переговоры с руководителем Центра развития медицинской помощи в Литовском университете наук о здоровье Deutsche Ventures и NU, дочерняя компания Axel Springer, которая консультируется с корпорациями и стартапами с цифровыми преобразованиями. И в скором времени мы узнаем новости о том, как изменится сфера оказания медицинской помощи благодаря использованию системы блокчейн. Страховая система Германии также получит новый виток развития после семинара Injure Lab POC в Кёльне, где NEM Europe примет активное участие. Германия является открытой к новым разработкам и уже стала хозяйкой 12 немецких цифровых хабов. Raccoon Wallet в Японии теперь успешно работает на iOS, Android и в других браузерах смартфонов. Интересная исследовательская встреча произошла 10 июня в Нагое. На NEM Dev Nagoya No. 1 присутствовали лучшие разработчики NEM. 25 июля Японию взорвала пати с более чем 50 members. Благодаря ней были открыты новые продукты и проекты от NEM, а настоящим сюрпризом стал прямой звонок из Новой Зеландии. И кто бы это мог быть? Конечно, божество из Proxima X Лон Вонг. Он отмечал открытие инновационного центра NEM в Вестпорте и говорил со мной многими японскими членами. Следующим планомерным шагом в развитии LATAM LEAD стало мероприятие Технофест де Кали. Его организовал мэр Сантьяго де Кали, и в качестве докладчика там выступал Педро Гутьеррес. Кроме того, он и Александра Тинсман выступят в Лас-Вегасе на Chain Exchange. Продолжаются переговоры с местными банками, а также с организаторами известного научного мероприятия Ботога в Колумбии. На этот раз мы не прощаемся, а говорим вам до свидания, ожидая встречи во второй части наших исторических событий мира NEM.